Всем привет, меня зовут Татьяна Андреева. Давно хотела показать вам органайзер из серии 2 в 1. Люблю многофункциональные штуки на рабочем столе. В этом выпуске сделаем яркую карандашницу-часы. Можно использовать готовую коробку или сделать ее самой. Из плотного картона приготовим детали для каркаса органайзера. Размеры деталей вы видите на экране. Склеиваем эти детали в коробочку. Я пользуюсь универсальным клеем. Также можно использовать суперклей или горячий клей. Процесс сборки коробочки, надеюсь, вопросов не создает. Тут все понятно. В результате получилась такая основа органайзера. По размеру верхней стороны тоже вырезаем картонный прямоугольник и размечаем на нем отверстия для карандашей. Вырезаем их. Вот что получилось у меня. Приклеиваем эту деталь сверху органайзера. Дальше белой бумагой обклеиваем органайзер со всех сторон. Если необходимо, обклеиваем его бумагой в два слоя. Прорезаем верхнее отверстие на бумаге и заклеиваем ее вовнутрь. В результате у нас получилась такая заготовка органайзера. В магазине Fix Price я купила дешевенький рабочий будильник. Разбираю его. Достаю циферблат и вырезаю из картона такой же прямоугольник. Не забудьте сделать отверстие по центру для стрелок. Зеленой краской закрашиваю заготовку. Убираем в сторону, пусть высохнет. Тем временем нужно вырезать отверстие для часов в самом органайзере. Я делаю его спереди справа. Теперь нужно раскрасить органайзер красками. Я выбрала два цвета, которые чередую на поверхности органайзера в шахматном порядке. Планию краски можно заменить цветной бумагой. Вот что получилось у меня. Пусть краски просохнут. Вернемся к часам. Краски на циферблате высохли. На двусторонний скотч или с помощью клея клеим новый циферблат к часам. Сделаем разметку фломастером. Вставляем обратно стрелки и собираем будильник. Вставляем батарейку. На универсальный клей или горячий клей клеим часы к органайзеру в подготовленное отверстие. Работы батарейки хватает в среднем на полгода-год, а значит, вам не придется часто выдергивать будильник для смены батарейки. В завершение я решила добавить белый контур вокруг часов из белой бумаги и наметить его посередине органайзера. Все, органайзер 2 в 1 готов. Теперь вы точно не пропустите любимую передачу и не опоздайте на важную встречу, засидевшись за уроками или лекциями. Всем пока!